Мы выманили флот Федерации. Они оставили один корабль. Эсминец, охраняющий гавань и комбинат. Он напичкан современными ПВО. Но у него есть одно уязвимое место в 20 метрах под ватерлинией. Киган, Логан, вы возьмете с собой торпеду Протей, которая ударит по тепловому выхлопу. Вас понял. Отправим на кладбище еще один корабль. Опускаемся ниже. 50 метров. Уровень кислорода в порядке. Скаркроу, запускайте отсчет. Сюда. Место катастрофы в 5 километрах. Держись подальше от открытой воды. Мы здесь не одни. Используют сонар. Спокойно. Плыви медленно и осматривай дно. Водоросли должны нас маскировать. Погоди. Патрульные катера. Похоже, у нас тут гости. Пусть разделятся. Ладно, двигаемся, только незаметно. На позиции. Помни, пули под водой не так эффективны. Нужно 2 или 3, чтобы вырубить с гарантией. Огонь по усмотрению. Отлично, поплывем через обломки, они нас прикроют. Старайся не всплывать слишком высоко. Нам больше не нужно лишнее внимание. Не всплывай. Не всплывай. Спасательная подлодка. Это плохой знак. Успел. Сюда. Черт, они повсюду. Скаркроу, внизу замечена высокая активность. Они снимают детали с потопленных кораблей. На этих кораблях может оставаться оружие. И даже атомное. Мы займемся. Хорошо сработано. Я насчитал 4. Нейтрализуемых по твоему сигналу. Огонь по усмотрению! Чисто. Выдвигайтесь. Скаркроу, 6-2 на связи. Мы в точке сбора Браво. Визуального контакта с целью нет. Цель сейчас движется. Парни, вам нужно действовать в 2 раза быстрее, не то опоздаете. Вижу врага. Кажется, они нашли то, что искали. Нужно найти подходящее место и зайти с фланга. Огонь по усмотрению.
Кажется, они знали, что мы здесь. Сюда!
уничтожена! В зоне чисто. Противник отсутствует. Вот черт. Тише, если мы их видим, это хорошо. Будем надеяться, что они уже наелись. Через люк. Мы приближаемся к точке сбора эхо. Можете приступать ко второй фазе. Точно 6-2. Рад был слышать. Я понял. Птички расправляют крылья и готовятся взлететь. Мы можем приступать ко второй фазе. Вас понял. 6-2, отбой.